Якутии, в Индии. Только что прилетели и пытаемся взять такси. Стоим в очереди, здесь такой есть сервис, Prepaid Taxi называется. Я так полагаю, что здесь как раз бронируется вот этот вот, оплачивается такси, называется адрес, и уже идем, садимся в машину. Машин много на улице, много людей, которые подходят, спрашивают, нужно ли такси, но мы, ученые, опыт у нас был в Таиланде, не очень положительный, с таксистами, которые к нам подбегали, говорили такси, такси, потом мы увидели нас неизвестно куда, взяли неизвестно сколько денег, в общем, как-то неприятная история. Мы как бы научены этим опытом, теперь все делаем официально, там, где много людей, где люди вот оформляют официально вот эти услуги, мы тоже встали в очередь и стоим, ждем. В одно место подходишь, в другое платишь, и в кассу слева бронируешь, говоришь адрес, куда ты едешь, справа ты платишь. Ну, уже сразу же мы поняли, что они такие большие, такие предприниматели. По деньгам-то мы не очень пока понимаем, где какая купюра. Дали 500, нам дают сдачу, а я вдруг понимаю, что нам не додали денег, аж 100 их динары, да, у них динары. И как только я показала, что я, мне тут же докладывают еще сотенку. О как!